Всем привет! Меня зовут Настя, и наконец-то я снимаю видео на YouTube, потому что меня здесь не было практически месяц. В январе я ездила к себе домой, в родной город, где у меня живет мама, родные, близкие, друзья. Я всегда туда езжу, 2 раза в год точно. Городок у меня называется Няндома, и я не придумала это название. Многие, когда со мной знакомятся, думают, что я его придумала. Ну, естественно, те, кто не из Архангельской области. Я говорю, нет! Я его не придумала, такой город действительно существует, он называется Няндома, это маленький городок в Архангельской области. Я свой город обожаю, очень люблю и всегда рада туда приезжать, потому что я там выросла, я жила в нем 18 лет. Он для меня родной, и у меня 2 дома, я считаю, это Няндома, первый дом, и Санкт-Петербург. 2 города, которые я безумно люблю. И как-то вот я в Няндоме ничего не снимала, конечно же, я сняла природу северную, прекрасную, красивую, которая вдохновляет меня всегда. Конечно же, когда я была в Няндоме, я там читала, и в основном только там, потому что я приехала в Питер, и все как-то я пока что... ничего не прочла. Поэтому книг у меня будет не так много, и видео, наверное, выйдет совсем маленьким, но ничего в этом плохого я не вижу. Так как мы же читаем не для цифр, да, мы читаем для себя, для удовольствия, для осмысления, для понимания каких-то важных вещей этого мира. Поэтому 3 книги — это отличный результат в месяц. Даже 1 книга — это супер результат в месяц. Даже хоть сколько книг вы прочитаете в год, главное, чтобы вам они понравились, и что-то они вам открыли, и вообще что-то эти книги вам дали полезного. У меня еще стоит елка, потому что я недавно совсем приехала и не успела ничего убрать, но уже уберу в ближайшее время все, и новогодняя атмосфера — до свидания. Вот книги, которые у меня есть. В основном это прочитанное и 2 книги, которые я приобрела. И еще у меня 1 книга, которую мне подарил Кирилл на Новый год, которой я безумно рада, и я должна вам ее показать. Вот эта тяжелая книга, такой кирпичик, графический роман «Хранители». Я посмотрела, наверное, год назад фильм, снятый по этой книге. И фильм мне очень понравился, я, конечно же, загуглила, посмотрела, что это графический роман есть, «Хранители», захотела, отложила себе на Озон эту книгу, у меня на Озоне очень много отложенных книг, и вот мне Кирюха подарил, я так счастлива была, так рада, и до сих пор очень рада, что эта книга у меня есть. Это супер обложка, под супером скрывается идеальное издание, сейчас я вам покажу, вот такое вот оно. А какой корешок? Это просто искусство, это просто искусство. Я вам отдельно сниму, покажу, как там, что внутри. Я сейчас уже книгу эту читаю, читаю очень медленно, потому что она достаточно объемная. Здесь много иллюстраций, каких-то деталей, которые я пытаюсь уловить, посмотреть, чтобы ничего не упустить. Поэтому читаю очень медленно, но с большим удовольствием и с большой радостью, и вообще... вообще, я так довольна, кто недооценивает графические романы и комиксы, тот меня, наверное, не поймет, но мне очень-очень нравится этот жанр. Я сходила фикс прайс, и там он такой крутой, там такой ассортимент классный, потому что в Питере в какой фикс прайс я не заходила, все время я не могу ничего найти путнего. То ли это быстро разбирается, то ли туда реально не завозят того, что завозят в какие-то маленькие города. В Питере для меня фикс прайс вообще никакой, в Няндоме он супер, и так как у меня канал все-таки в основном про книги, но еще и про уют, я покажу, что приобрела в фикс прайсе. Приобрела я совсем мало вещей, но вдруг вам это понравится, и вы можете взять это в фиксе. Вот такие 2 постера. Я вам сейчас поближе их покажу. Сначала
Сначала я увидела вот этот постер, и я знаю, что это по картине Анри Матисса, голубая обнаженная или синяя обнаженная, но здесь явно она синяя, и я подумала, мне точно нужен этот постер. А вот это я не знаю по какой картине, наверное, даже не по какой, если я ошибаюсь, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне просто всегда нравилось вот все такое, как это назвать, абстракция, не абстракция. В общем, мне такое нравится, я решила, что возьму два постера, тем более один стоит всего лишь 99 рублей. Сейчас я на Озоне заказала серенькую рамку для одного постера, и потом вам когда-нибудь покажу, как это вообще все выглядит. Также я взяла вот такую вот вещь, хочу повесить ее на кухню. Здесь тканевая основа, или как это называется, но это, в общем, не бумага. Я еще не сняла обертку, она вот здесь у меня такая вот рваная. Но мне кажется, с кухней это супер ассоциируется, и мне почему-то так понравилось, и вот я хочу куда-нибудь ее повесить. Думаю, будет смотреться нормально, надеюсь, что будет смотреться нормально. Также у меня сложилась такая некая традиция покупать книги в фикс-прайсе перед отъездом. Я покупаю там книгу в мягкой обложке, недорогую, чтобы почитать в поезде. В поезде это так все атмосферно, и мне очень нравится читать в поездах. Поэтому я приобрела книгу «Мосты округа Мэдисон». Автор Роберт Джеймс Уоллер. С автором вообще не знакома, но я видела фильм по этой книге, который мне безумно понравился. И я подумала, почему нет, за 99 рублей в поезд идеально. Тем более, что фильм я уже практически забыла, основные моменты какие-то помню, но в целом все уже забыто. И идеальный вариант для чтения, но, конечно же, я не прочитала ее в поезде, потому что читала другую книгу, очень интересную, которая меня так увлекла, что я не хотела от нее отрываться и дочитала ее в поезде, но об этом я вам расскажу чуть попозже. Январь я решила начать с толстячка, вот такой кирпичик, это Дона Тарт, «Тайная история». Я ее купила из-за положительных отзывов, из-за супер положительных отзывов, было так их много, что я не могла пройти мимо этой истории, и, конечно же, я ее заказала, и какое-то время она у меня лежала на полке, потому что книга толстая, а я к книгам толстым все равно подхожу с опаской, хотя очень их люблю. У меня были просто огромные ожидания насчет этой книги, и я уже себя корила за это, говорю: Настюх, все, успокойся, ничего не жди, потому что всегда, практически всегда все выходит наоборот, ожидаешь чего-то крутого, а в итоге, ну, такое. Но с этой книгой все вышло иначе. Это просто бомба, я уже писала в Инстаграме, что для меня это очень необычная книга, что я такого никогда не читала. Эта книга с такой атмосферой богемности, темная академия. Вот с темной академией я пока ничего не читала, кроме, наверное, Гарри Поттера и вот этого романа, потому что «Тайная история» — это университетский роман. Действие происходит в основном в университете, конечно, не только. Книга пропитана тайнами. Не зря называется она «Тайная история», потому что там реально тайна на тайне. Написано все таким великолепным, красивейшим слогом, читать было супер интересно, ну, не оторваться точно. Для меня это крайне было необычное чтение и слишком атмосферное, потому что от первой страницы ты сразу погружаешься в этот мир, и ты как будто сам ходишь в этом университете, сам общаешься вот с той группой людей, которая здесь описана, и проникаешься каждым героем, прям живешь этой книгой и живешь в этой книге. А мне кажется, это очень круто, когда автор умеет так погрузить в свою историю читателя. Это, ну, это просто неописуемо, это надо читать. В общем, у меня вышло удачное начало года, я так рада, что прочитала эту книгу, что взялась за нее, и я влюбилась в эту историю, влюбилась в автора, с которым я точно буду знакомиться дальше. Жанр этой книги — психологический триллер, и есть детектив, но детектив здесь не важен, вот эта детективная линия, она здесь не основная, потому что важнее герои, которые прописаны, у которых психологические портреты такие великолепные, что
Вот это важно на самом деле. Здесь происходит убийство, это не спойлер, это написано прямо на первой странице. Вы знаете, кто совершил это убийство сразу же с первых строк, и кого убили, это тоже сразу все понятно. Здесь вообще рассказывается о том, что есть такая группа людей в университете, их 5 человек, они изучают древнегреческий язык и, по-моему, античность, и вот к ним попадает новенький, и ему все так необычно, его влечет эта группа, ему там все так нравится, и каждый для него, вот этот человек, необыкновенен, ему так интересно с ними общаться, и он думает: вау, супер, как я рад, что я влился в эту компанию людей. Но так ли это, и будет ли так всегда на протяжении всей книги? Конечно, нет. Люди не такие, как кажутся на первый взгляд, это правда так. И нужно думать своей головой, с кем ты начинаешь общаться, не так обольщаться человеком. Все-таки действительно первое знакомство чаще всего ошибочное. Да и второе, и третье, и четвертое. Ты человека можешь понять через год, а можешь не понять вообще через 50 лет, и потом узнать о нем такие вещи, что твой мир просто переворачивается. И вот это есть в этой книге. Ты думал о человеке так, о людях так, а потом ты узнал такое, что ты даже не знаешь, как жить с этим, как общаться с этими людьми дальше, и что, возможно, все было ошибкой, зря ты вообще связался с этими людьми. Но тут такая чертовщина происходит, что герои из положительных превращаются в не очень положительных, но для меня они все равно такие обаяшки, что вот даже что они творят, что они делают в этой книге, для меня они остаются, с другой стороны, все равно интересными, необычными людьми. И тут, конечно, такая проблема есть серьезная, что все зависит и идет от семьи. Все пороки, которые есть в этих людях, они чаще всего у них именно из семьи. И концовка здесь превосходная. Больше я ничего говорить не буду, потому что действительно тут книгу надо читать, потому что проспойлерить чем-то можно очень легко. Но что я вам сейчас сказала, это не спойлер, правда. Тут и на обложке написано, и в аннотации написано, и на первой странице сразу же там все сказано. То есть не бойтесь того, что я вам сказала. Книга отличная, превосходная, глубокая. Это философский роман, и там есть о чем поразмышлять. И вообще не обращайте внимания, что эта книга такой толстячок. Книга читается недолго, вообще недолго, потому что вам так интересно узнать, что будет дальше. Вы будете хотеть узнать, да что, да почему, что книга прочитается быстро. Возможно, первые 100-150 страниц трудновато как-то будет читаться, но потом все пойдет как по накатанной. Очень-очень советую эту книгу. Я уже планирую заказывать «Щегла», потому что Дона Тарт — превосходный автор. Когда я закончила читать «Тайную историю», я уже должна была уезжать в Няндому, и я подумала, что мне нужна книга в поезд, а у меня эксклюзивно классики, вот в мягких изданиях книг, очень много непрочитанных, и я увидела Ирвина Шоу «Ночной портье». Всегда была наслышана об авторе, об этой книге, положительных отзывов было много, но я все время откладывала ее, откладывала, и эта книга даже не моя, я взяла ее у девочки, она раздавала книги, это старое издание, тут такие крепкие листы и уже все пожелтевшие, а я люблю читать книги, которые уже кто-то прочитал. И в итоге я подумала, дай-ка возьму ее, «Ночной портье», очень интересно, потому что я работала ночным администратором. Наверное, сколько я работала ночным администратором? То ли около месяца, то ли, ну, что-то такое. Я мало проработала, потому что это была полная жесть. Мне пришлось уйти по таким причинам серьезным, по которым бы любой человек, скорее всего, ушел бы. Потому что там у меня такое произошло, просто полный трэш. А первая смена моя была, это просто жесть. На меня кричал мужик, я сидела на стуле и просто разревелась. А это не в моем характере. Рыдать при людях, на каких-то работах, вообще какие-то там хрен с горы кто-то, чтобы я там плакала, при нем нет, такого не бывает. Но там такое стечение обстоятельств было ужасное, что я просто разрыдалась при этом мужике, который орал на меня, слюни у него брызгали изо рта, и он переваривался через ресепшн на меня, и как бы говорил, что я должна уйти с этой работы, а представляете, это первая моя смена, а это, ну, сложно, регистрация гостей, тем более это был мини-отель,
Там контингент, знаете, такой разный, совершенно разный. На ночь туда приходили люди очень разные. И как бы опыт у меня такой прям жесткий с этим делом. А я училась, если кто не знает, а, наверное, все не знают, я училась на гостиничном сервисе и туризме. Поэтому, в принципе, это мой профиль, работать в гостиницах, в турфирмах, вообще везде. Но меня это никогда, естественно, не тянуло. Но так уж получилось, что я подумала, дай-ка я попробую с мини-отеля, вот, и хорошо, что я ушла оттуда, потому что, ну, там реально для меня ситуация была очень мерзкая, противная, из-за которой мне пришлось уйти, и я не хочу о ней говорить. Короче, все, закончили обо мне, о каком-то моем опыте, давайте поговорим о книге, потому что «Ночной портье», само название мне откликнулось, и 51 страниц просто я читала и такая, да, да, точно, так оно и есть, такое оно и бывает. Но потом, после 50 страниц, вы уже не читаете о профессии ночного портье, потому что там уже совершенно идет другая волна, и по сути, работа вот ночного портье описана только в 50 страницах, а все остальное вообще никак не связано с названием. Ну, только кроме того, что наш главный герой работал сначала портье, а ну потом он стал вот уже далеко не ночным портье. И я начала читать эту книгу в поезде, не могла уже там оторваться, и когда даже свет уже выключили, я там сидела вот так вот в темноте, что-то вычитывала, но потом подумала, ладно, я так испорчу все себе зрение, и легла спать. Я дочитала ее, конечно же, дома, сразу же как приехала, и заказала в Озоне другую книгу Ирвина Шоу «Богач-бедняк», и оказывается, что и у «Богача-бедняка» есть продолжение, которое мне надо будет заказать. Но это уже такая книга потолще будет ночного портье, и еще здесь маленький шрифт. Не знаю, будет удобно читаться или нет, но надеюсь, все будет хорошо, так как Ирвин Шоу меня завлек очень сильно, и даже когда я в Инстаграм загружала цитаты из этой книги, мне написало 5 или 6 человек, что они заказали эту книгу, понимаете? Книга сама себя продала просто своими цитатами. Это очень здорово. Эта книга очень интересная, с замечательным юмором и с прекрасными персонажами. Есть в этой книге и любовные линии, много путешествий, много искусства, спорта, есть социальные проблемы, что очень важно, и есть политика, но она не давит никак на вас, то есть если вы не любите, да, вот эти политические моменты в книгах, но политика это все-таки важное такое дело, и здесь очень интересно об этом написано, никак вас совершенно не грузит. И как-то так вышло, что в «Тайной истории» было преступление, и в «Ночном портье» тоже есть преступление. Книга читается очень легко, язык супер легкий, просто на одном дыхании. Немножко о сюжете. Наш главный герой, зовут его Дуглас Граймс, он работает 2 года уже ночным портье, до этого он работал летчиком, ему очень нравилось летать, это было прям дело его жизни, но произошла такая ситуация, что его сократили из-за болезни глаз. И вот ему пришлось искать новую работу, и он ее нашел. Это тоже не спойлеры, ничего страшного в моих словах сейчас не было. Все, что я сказала, вам не помешает читать эту книгу с интересом. И вот он работает ночным портье, уже прочитал кучу книг за свои ночные смены, мне это тоже очень знакомо. Познакомился там с американской, с английской литературой, отлично просто этот человек. И у него также были разные посетители, он увидел кучу всяких психотипов, это тоже мне было знакомо. И разные трешовые ситуации у него тоже происходили. И тут вот однажды у него умирает постоялец, у которого 100 тысяч долларов. И что, вы думаете, делает наш главный герой? Забирает эти деньги и уезжает вообще в другой город и вообще в другие страны с этими деньгами. И вот принесут ли эти деньги ему счастье или нет? Что дадут вообще ему эти деньги? И правильно ли он сделал, что он взял эти деньги, вы узнаете, когда прочитаете. И я сама для себя, знаете, не поняла. Вот если вы читали эту книгу, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что они дали главному герою. Они точно дали ему отличные знакомства в плане того, что не просто «Вау, я с тобой знаком, я какую-то карьеру или что-то из тебя могу поиметь». Нет, они дали ему прям друга, хорошего друга, отличного человека. И вообще дали ему любовь, любовь его жизни. Деньги его к этому привели, хотя он этими деньгами не пользовался, чтобы получить этих людей, понимаете? Это очень прикольно, и я в итоге не поняла,
хорошо ли эти деньги, или он мог без денег как-то с этими людьми познакомиться, просто деньги ему дали уверенность в себе, и как-то он смог повысить свой статус. Я вот, честно говоря, у меня много мыслей, и которые никак не могут соединиться в одно. Поэтому, если кто-то из вас читал и может мне объяснить свою точку зрения, мне будет очень интересно ее узнать. А книгу я эту очень советую, потому что автор прекрасный и написано так все необычно. Эта книга попадает в сердце, она очень хорошо откликается, и я уже вот жду не дождусь, когда приступлю к «Богач-бедняк», но не знаю, в феврале, не в феврале, но в этом году я точно еще познакомлюсь с Ирвином Шоу. Вообще, я хочу прочитать у него все книги. Прочитала я книгу Ирвина Шоу очень быстро, я была в Няндаме. Мне нужно было что-то еще читать и что-то легкое, чтобы взять в поезд на обратный путь в Питер. Я не думала, что я пойду в фикс-прайс и найду там книгу, которую захочу прочитать. И поэтому я взяла у мамы «Улитка на склоне», Стругацкие. Стругацких я очень люблю. Правда, я читала у них всего две книги, а это немного, чтобы судить об авторах. Но эти две книги я обожаю. «Понедельник начинается в субботу», очень советую. И «Пикник на обочине» также очень советую, замечательные книги, авторы фантасты, не для всех, наверное, но тут фантастика, тут дело не фантастики, они прям психологи. Авторы Стругацкие считают эту книгу самой сильной из их произведений, и действительно, эта книга, она очень непонятная. Ты ее читаешь, и ты вот в 100 страниц, даже может 150, ты вообще ничего не понимаешь. Что происходит-то вообще? Как, где там, откуда что взялось, почему это так произошло, и как это все понять. И на самом деле эта книга как раз-таки о непонимании, о непонимании человека ко всему. Почему создан мир таким, кто его создал, как мне жить, почему я работаю, ради чего я работаю, и вообще есть смысл в том, что я делаю, в чем вообще моя польза. Я не понимаю, почему живет так человек вот так, а не как я. И вот это вот непонимание к чужому, к чужим ценностям, непонимание к себе, вообще непонимание ко всему. Эта книга о непонимании и, конечно же, о моей любимой, о нашей любимой бюрократической системе. Здесь бюрократия описана с юмором, и, конечно же, Стругацких нужно читать между строк. Это те авторы, которых нужно в текст, которых нужно вдумываться, это нелегкое чтение. Ну, я буду оценивать по себе, конечно же, для кого-то это может супер легко, и они прям все их мысли, подмыслы, вот эти подтексты считывают за секунды. Я нет, я думаю, когда я читаю, потому что я бывает не понимаю, чего там, как это, а потом, да ладно, это серьезно так, и для меня это просто изумительно, что пишут эти люди, писали, извините, эти люди. И в этой книге вообще написаны наши реалии, реальность, вот в которой мы живем. Вот люди писали тогда это, а сейчас все то же самое. Вот мы живем вот так вот, вот так. Здесь два основных главных героя, и они постоянно ищут место, где им будет хорошо, а в итоге они приходят к этому месту и понимают, что нет, они не понимают, что здесь хорошего, они не понимают, как здесь жить, и они не могут себе найти место, где они могут существовать, и это тоже, мне кажется, знакомо многим. Я еще после прочтения думала над названием «Улитка на склоне», и вот тоже, если вы читали эту книгу, напишите, пожалуйста, как вы понимаете название. Склон. И почему-то я сразу улитку подумала, что она спускается со склона, возможно, она поднимается по склону, но по книге, если смотреть, то эта улитка спускается очень медленно и вниз, благодаря вот этому всему, что существует вокруг. И как-то грустно мне стало, почему я к этому пришла. Может, улитка все-таки вверх поднимается очень медленно, к пониманию. И, в общем, я запуталась. Реально путанная книга, и тут написано об очень важном, но очень путано. Надо в ней разбираться, копаться, и мне кажется, нужно будет перечитывать и не раз, чтобы еще больше понять ее. И мне кажется, автор недооценивает молодежь, юношество, так как очень мало каких блогеров в Инстаграм, на Ютубе книжных именно читают этих авторов, а авторы эти
просто они, я не могу их описать. Я вот читаю их книги и думаю, как вы могли такое писать? Что у вас в голове? Почему вы такие умные, интересные люди? Я в восторге от этих людей и от их книг. Вот такое у меня небольшое прочитанное и небольшие книжные покупочки. Не снимала месяц, и говорить было немножко сложновато, язык как будто заплетается, но я надеюсь, вы меня простите за это. Спасибо вам большое за просмотр, всем пока, до следующего видео!